Страна FM принимает поздравления. И вот тут-то я обязательно буду представлять следующих гостей, потому что это две выразительные Маши, две Маши. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Обожаю девочек, они об этом знают. Каждый раз им говорю, а когда это взаимно, между когда прочим. Приходят. Девчонки, ну у нас сегодня день рождения, 2 года. Вы постоянные наши гости, любимейшие, крутятся, вертятся ваши клипы и песни. Хотим от вас услышать поздравления. Вот честно. Давайте. Мы и слушатели, и зрители. Сегодня пришли к вам и поздравляем прекрасную радиостанцию и телеканал с днем рождения. И нам так. Безумно приятно, что именно вы поддерживаете наш проект с самого нашего начала, и мы вас безумно любим. Мы, кстати, бок о бок с вами да. идем прямо. С самого рождения. Да, я что... помню, потому что когда мы были у вас на концерте, да, вы как да. раз говорили, у вас же тоже вот-вот два-два да, да, такое да, да. все. Слушайте, магия двоек. Сегодня осени. Какая-то магия двоек. Вас двое, нас двое. 2 года. 2 года нам, 2 года вам. ТВ-радио в одном. Да, и два, нет, и телерадио в одном. Еще нет. Будет, да. А, вы шикарно поете. Спасибо. И сегодня мы знаем, что вы тоже подготовили нам музыкальный презент. Конечно. Естественно. Что же мы услышим сегодня? Песню что это «Спасает», будет? Друзья. О, ну, хитяра. Да. Хитяру в студию. Мы готовы. Мы тоже. Танцуем и поем, друзья. Две Маши. Подпеваем. Давай. Обязательно. Погнали. По лицу роса. Я к тебе босая, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. Танцы в студию, босая, е-е-е, босая, хей, 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 босая, е-е-е. Если бы не ты, где бы была я? Если бы не сила, моя моря, моря, унесли бы ветром полюса, паруса. Любовь была светом, белая полоса. По лицу роса, я к тебе босая, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу. Босая, я за тобой босиком по осколкам. Мое сердце ты протыкаешь иголкой. Ты колешь, колешь меня изнутри. Возьми и посмотри на моей коже. Ты рассыпаешься, засыпаешь со мной, просыпаешься. Без тебя, мои чувства от тебя к тебе скользят. По лицу роса, я к тебе босая. Слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. По лицу роса, я к тебе босая. Слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. Бы была я, если бы не сила моя моря, моря, унесли бы ветром полюса, паруса. Любовь была светом, белая полоса. По лицу роса, я к тебе босая, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. По лицу роса, я к тебе босая, и слова бросаю по ветру. По лицу роса, я к тебе босая, за тобой бегу на край света босая. Босая. Так я ждал, так я ждал. Весь танец Лизы.
когда ж ты радуешься, понимаешь, что вот это вот так и не произошло. Я тоже думала, ну как-то... Девчонки, на самом деле еще у нас, я не разулась, видите, а задание надо выполнять. А у нас есть определенный такой рифмоплетский текст. Гимн. Каждый артист приходит, пишет строчку. Ваша задача продолжить то, что получилось, ну, вот одну строку написать буквально. Так, ну это по Машиной части, она у нас за тексты отвечает. Маша, одна из. Я считаю, что есть. Чтоб страна узнать смогла, как широка любовь твоя, камызяки бэнд раскачает сельский глэм, а московский разгильдяй нам добавит агугай, чтоб мою страну FM захотелось слушать всем. И вот здесь либо что-то начать. И дальше новенькое. Надо как-то затмить этот капслог. Да. Затми, Маша, затми. Вот особо не думая. Маша, бери микрофон с собой. Бери. Да. Будем комментить. Маркер даю. Я сейчас еще раз прочитаю все быстренько. Да. Вот. Можно только две последние читать, остальное это уже к другому относится. Мою страну FM захотелось слушать всем. Всем. Так. И... Минута на размышление. Минута на размышление, да. Обычно так у нас немножко так подумают. Ну, естественно, это же серьезный, знаете ли, вопрос. Текст. Пока, да, вот, пока Маша думает, мы спросим. Маша пишет. Хорошо. А, уже пишет. Какие планы? Что вообще? Какие движения, как говорят нас? Ох, ну планы какие? Мы сейчас пишем третий альбом. 24 августа у нас выходит в свет наша новая песня, которая будет называться «Факты». Факты. Факты. Да, и буквально через некоторое время выйдет клип на одноименную песню, которую мы снимали в Нью-Йорке. Круто. Вот, в общем, такие планы-то у нас грандиозные. Концерт у нас тоже будет большой, сольный в октябре. Мы, конечно, мы вас приглашаем, естественно. Да мы клип хотим в ротацию уже. Когда клип-то? Да, мы все посмотрим, да, вот буквально послушаем недавно «Красное-белое» вы взяли в ротацию, наш новый клип. Вот сейчас ждем будет песня «Факты». Факты. 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 Так тебе понравилось это слово «факты» хочу. А мне я буду сразу «Красное-белое» и «факты» слушать. Красно-белые смотреть. Факты. Причем мне нравится, с каким выражением вы его говорите. Факты, да. Ну а чего, все же по делу. Факты. Факты. А у вот нас... Маша пишет очередной слушай, факт. Там поэма уже, там не то, что Маша пишет. Маша, да. Там уже пошли... Строчка так восприняла, нет, не буквально. Новое, ага. Так. Итак, Маш, ну так, давай, чтоб читай. Страна FM. Чтоб страна FM звучала у всех, чтобы в ногу с вами шел всегда успех. О, класс. Спасибо. Кричалка, спасибо. Знаешь, для нашей команды страна FM. Девчонки, спасибо вам огромное. Спасибо. Мы ждем вас всегда, любим, обожаем. Спасибо большое. Две Маши в нашем эфире. Спасибо, с днем рождения, страна FM. Спасибо. Страна FM принимает поздравления.